В Алжире был найден человек, который пропал 28 лет назад. Он был обнаружен в сарае своего соседа, который и держал его в своем хозяйстве. Пропавшего без вести Омара бин Амира не могли найти с 1996 года. Его семья неустанно искала его, обращаясь за помощью к полиции и средствам массовой информации. Но все было безуспешно. Семья потеряла надежду и считала, что его нет в живых. Мать похищенного умерла от горя из-за потери сына. Члены его семьи и соседи рассказали, что мать вскоре после его исчезновения заметила, что его собака оставалась перед домом соседа, который оказался его похитителем в течение 2 месяцев, что заставило ее с подозрением относиться к нему. Но когда она рассказала об этом жителям, они не могли поверить, что его могут держать всего в нескольких метрах от нее. Но как же все-таки выяснилось, что Омара бин Амира прячут соседи? Есть предположение, что между хозяином дома и его сестрой возник спор по поводу наследства, что побудило последнюю сообщить о преступлении. В понедельник вечером в доме произошел обыск, и пропавший без вести человек, который не мог говорить, был найден в яме. Сообщается, что силовики задержали 61-летнего преступника, а уже бывшего заложника доставили в больницу.